Всем привет! Мы прибыли в порт, на пирс точнее. Сегодня проводим день на острове Лан. Ко-Лан. Мы опаздываем отправление минут через 5-6. У нас еще нет билетов. Мы не знаем, как выглядит наш паром. Но уверен, что мы справимся. Тридцать еще. Сейчас поедем. Прибытие на пляж, как он называется? Тайянь. Тайянь. Но вид, конечно, клевый. Поиск места дислокации. Пляж классный. Никого нет. Пляж отличный в плане песка и отсутствия людей, но здесь стоянка паромов. И постоянно ездят, ходят новые паромы и так далее. В общем, шумно от двигателей. Что там у тебя, Чупа? Решено двигать на Манки Бич, потому как, ну как-то вот так.
на пляже Monkey Beach. Огромные порции. Это считается М. Есть еще S и L. Стоит рис с креветками М 200 бат, S 100 бат. Девчонки сейчас наклюкаются и пойдут спать. Он суши ест с паштетами, с курицей. Знаешь, такое эти фишки есть? Сейчас. Трогает тебя, да? Молодец. Ну что, вы нет?